Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается некоторых аспектов поведения парня, вот, которые вызывают неоднозначное отношение девушки. Смотрите, если вы чувствуете, что ну, не можете принять вот эти аспекты, да, которые есть у вашего мужчины, то я не вижу смысла в том, чтобы себя заставлять, вот. Но в то же время я думаю, что есть причины, по которым вы не можете как бы относиться к этому на равных, то есть с позиции равенства, вот, вы как будто бы не можете к этому относиться так, вы его как будто бы в этом видите какую-то, ну, не знаю, угрозу себе и так далее. И если вот угроза есть, то, на мой взгляд, не мешало бы попытаться увидеть, что это за угроза, в чем она и что из себя представляет, потому что и когда вы увидите для себя, в чем угроза, ну вот, я думаю, что вам будет как-то полегче ну, воспринимать, вам будет легче увидеть свое, ну, какое-то отношение к этому, вот, нежели чем сейчас, да, вот, потому что сейчас вам, ну, сложнее, вот, то есть, если бы вы не видели в этом угрозу, да, для себя, то, возможно, вы бы, ну, по-другому бы как-то к этому относились, да, не обязательно приняли бы, но почему, например, ну, например, да, вот если вам, допустим, ну, нравится человек, да, вот, значит, почему просто не сказать, да, например, что вот то, что ты делаешь, да, то как ты, значит, то как ты, значит, ну, выбираешь действовать, да, вот, оставь, пожалуйста, значит, ну, где-то вот, где-то там, да, вот. То есть со мной, чтобы этого не было. Вот. Ну, мне кажется, это вполне справедливо. Вот. Если вам, ну, нравится человек, и вы можете ну, посмотреть, да, сможет он, ну, что-то для вас сделать или нет. Ведь, в конце концов, его семья, да, это его семья, и у них вот, свои традиции и, ну, так далее. Вот. То есть, другое дело, что вы, ну, пишете про привязку, вот, к человеку, то есть, ну, то, что вы
боитесь. А, значит, к нему опять привязаться, и вот это интересный момент, да, а, ну, за счет чего, да, а вы, ну, можете, к человеку привязаться, вот. То есть, ну, какая у вас, значит, потребность есть, да, что вы к человеку привязываетесь и за счет чего. Вот это было бы интересно, на мой взгляд. Вот, потому что вполне возможно, что вот то, что вы считаете его ну, хорошим, да, например, или то, что вам нравится, вполне может быть. Значит, связано с тем, что с ним вы, значит, ну, с ним вы видите возможность, значит, ну, реализовать свои какие-то потребности. Вот. Значит, и поэтому вы его несколько идеализируете, вот. Так что тут нужно больше разобраться в себе, вот, в своих приоритетах, да, в природе своих переживаний, в природе своих чувств к мужчине, вот, ну и в конце концов, можно искать компромисс, вот. И, значит, если ваши чувства, значит, ну, взаимны, да, вот, то я думаю, что мужчина тоже может делать какие-то шаги навстречу вам, понимая, что вам неприятно, да? Вот. Вы говорите, что не меняется, вопрос в том, где. Вот. А, понимаете, какая штука? То есть, ну, если в своей семье, то он, ну, и значит, в своей семье он может вести себя как угодно. Значит, а вот уже с вами, да, это уже другая история. Вот. Вот как-то так. Я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот, я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что надеюсь, что вам это было полезно. Вот. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.